вот эта конструкция, она сохраняет эту жесткость. Сустав мягкий, а нога мощная. Когда эта нога мощная. То есть не так держать или так держать, мне без разницы. Ощущение. А вы делаете раз, и эта мышца пролит. То есть я вам говорю, паутина раз, она пролистала, она вся стала. Как бы вы ни меняли положение, у вас паутина, вот это натяжение должно сохраниться. Потому что вот эта мышца делает долг. Когда вас схватили, Руками сложно. Я вот это держу мышцу. Вот видите? Пальцы открываются, да? Вот. И я этой мышцей и сильно делаю, да? Раз, и сразу от нее взрыв. Вот это усиление и взрыв. Усиление и взрыв. Если эта мышца не будет взрыв, момент, если она разболтается и ударит, вы потеряете или силу, или темп удара. Как правило, многие делают блок. Комар. Там. Момент атаки. Вот бункай. Пока он ски бьет, вы должны сделать блок ски. Закончить по скорости с его ски. Только собранная мышца может быть. Когда вы ее расслабили, потом ударили этот дом. Противник может вам два удара сделать. Вы должны на первый закон. Там ударить, не дать возможности ему второй удар. К этому нужно стремиться. Вас. Все.